Дорогой доктор, в наши дни стоматологическая клиника в Одессе, приходит мужчина, подходит к регистрации, говорит, я бы хотел поговорить с самым лучшим стоматологом. У вас есть? Он говорит, вот у нас самый лучший стоматолог Петр Израилевич, можете с ним поговорить. Он говорит, слушайте, Петр Израилевич, сколько стоит у вас, сколько стоит вырвать зуб? Он говорит, ну, вообще-то стоит 200 американских долларов, но так как мы с вами уже практически вошли в хорошие отношения, я вам могу сделать скидку 5%. Он говорит, нет, это дороговато. Слушайте, а вы делаете с анестезией? Он говорит, ну, здрасте. Конечно, обязательно. Он говорит, слушай, а если без анестезии? Вот просто без наркоза, вот прямо так взять и вырвать этот зуб к чертовой матери. Он говорит, ну, я не знаю, но это, ну, не знаю, ну, может быть, ну, $150. Он говорит, 150, да? Нет, дороговато, это кусается, это дорого. А скажите, ну, может быть, как-то вот, может быть, не, я принесу свой инструмент, у меня плоскогубцы есть, нормальные дома, вот так, можете схватить и вытащить, у вас жена. Он говорит, ну что, у меня же оборудование английское, у меня специально хромированные щипцы. Он говорит, не надо хромированные, возьмите вот это вот плоскогубцы, вот это, вышмотуйте его оттуда. Он говорит, ну, я не знаю, но если его, с вашим этом вот это, я не знаю, он говорит, ну, я не знаю, может быть, $100, я говорю, не-не-не, $100 это вот тоже дорого, не-не, $100 не идет. Слушайте, а вы вот вату, я видел, вы вкладываете вату, давайте я принесу, у меня осталось, у меня это вот с окна, у меня с зимы осталась вата, я вам принесу, вы туда запихаете вату, не надо вашу вату, она же дорогая, я вам вату, бинты у меня остались, у меня нога болела, я вам принесу, можно использовать, там же бинты, вот. Говорят, ну я не знаю, но, ну я не знаю, но, может быть, это будет, ну, в таком случае долларов 30, наверное. Он говорит, о, $30, это нормально, это уже как-то нормальная цена, уже можно, нормально, все, $30 нормально. Он говорит, ну учтите, что вот так вот, вот это без наркоза, с вашими плоскогубцами, с вашим бинтом и с вашей ватой, это будет же очень больно. Он говорит, а при чем здесь я? Запишите мою жену на вторник.